Нет, верно, как ты сюда попал? Дворничек опустила. Это Настя. В этой квартире никого умерших не было. И окно целое. Одно. А весь этаж. Постучу. Мебель была, вещи всякие. Где все? Все? Ты кто? Наша квартира. Где же вы были? Где? Слушай, тут такой вот моряк в рамочке висел. Ты не видела? Сожгу. Смотри, ты не побоялась. Много ли тебе тепла от этой картонки? Ты детство мое спалил. Так это вы, тот мальчик с фотографией, и на стрелке с маяком, и на лодке, и на велосипеде. Я же не сразу сожгла. Я их сначала рассматривала. Ну, как хорошо я горел. Простите. Здесь одна? Совсем. И что, не страшно? А что страшно? Что я? Дура, что ли? Когда бомбят, тогда хоть жизнь какая-то. Когда тишина. А чего боюсь? Я сама не знаю. С улицы ведь никто не зайдет. Наш дом считают разрушенным. И лестница крепкая. Еле держится. Посторонние обходят. Она еще крепкая. Лестничной клетке. Только в двух квартирах жильцы остались. Из одной, правда, уже не выходит. Я у них прибираюсь и хлебом зеленки ношу. Они мне за это мебель на дрова обещают. Если им уже не понадобится. Есть кто? Пусто. Знакомые наши. Только там. Двери. Осенью берите, собирались.
Уехала, наверное. А ты где была? В 6-м подъезде. Что-то я тебя не помню. А я твоя маленькая была. Да, не повезло вам. И стен не осталось. В квартире был там? У меня мама на фронте, военврач. И с ней не дома осталось. Мы с нами уже 11 лет. Как родная все. Я пошла на садовую хлеб получать. Тут ударил. Прибегаю, а уже нет ничего. Это 1 марта. Послезавтра месяц. А ты сама как? Не очень ослабила? Мне за зиму от мамы 3 посылки пришло. Ну, теперь посылок больше не будет. Меня уж не найти. Нужно будет найти. Перед неудачами. Какой бы неудобный. Чего меня на «вы» называешь? Смешно слушать, ну вот тебе сколько лет? Через 2 недели, может быть, 16 исполнится. Да ну тебе, с твоим пессимизмом. Вот, мне на «вы» еще будет 18 лет. И то я не психую. Уверен, будет. Маленькая была, все представляла, как мне 16 исполнится. Мечтала, что со мной тогда будет. Помните, дети до 16 на эту картину не допускают. Как обидно иногда было. Я, конечно, проходила, мне на это больше можно дать. Весь этот месяц на 2 карточки существовало. День остался. 31-е. Завтра. Ты что, плачешь? Да. Я и не плачу. Я уже ко всему привык. Мамин.
Ты видишь, пух лицо. Видишь? Оно мне ее сегодня только утром пришивало. Тяжело. Как у меня началось-то, сразу к ней переехал. А у меня еще вот пакель небольшой. Зачем его нужно было бомбить? Зачем? У меня еще муж в апреле в ополчение ушел. Давай вернемся в дом родной, никого нет. Я дома быть должна. Еще вдруг Коленька вернется. Здесь сидела. Живая. Да разве это угадаешь? А родители? Отец у нас тут приходит. Уже 5 месяцев не пишет. Ты у меня даже ничего не осталось. Ни фотографии. Мне бы ее вот тогда со стены. Я не знала. Не уходить. Куда ж ты пойдешь? Ну, так и тебе некуда. И мне некуда. Лидия Васильевна. Лика. А тебя? Марат Евстигнеев. Ну, если поласкательно, то Марик. Если бы матрасик имелся. Это зачем? Ну, я же... Нельзя.
Это почему? Ну, я... Девчонка ты еще. Так-то большая, уляжемся. Я вот головой в двери, а ты по стенке. Может, распилить ее? Кого? Ну, тахту. Ты глупенькая. Там же пружины. И все же завтра попробую. Ты чего? А ты дышишь. Понятное дело, дышу. Вот и получилось. Дышу. Да ладно тебе бурчать. Thank you.
всего неделю. Откуда я знаю, как ты к тревоге относишься? Как-как? С отвращением. Говорит, да? Что делать будем? Нет, это все-таки не ясно, зачем ты меня разбудил. Слушай, ступай в подвал, а? Я туда больше не хожу. Это почему? Тепло, пусть. Ну зачем ты меня разбудил? Ну давай я опять усну. Уже не выйдет. А мне такой сон показывали. Какой? Крендель белый, с изюмом. А потом музыка, и я с одной знакомой девчонкой целовался. Совершенно нет. Зачем ты мне это рассказываешь? Смотрите, какой благородный. Соглашается. Может, ты просто трус? Ну, знаешь. Если хочешь знать, я 6 месяцев на крыше прожил. И знаешь, сколько зажигалок сбросил? Знаешь? Нет, не знаю. Ну, не знай. Она из твоего класса? Кто? Ну, девчонка, с которой ты целовался. Из 6-й квартиры. Лея. Ну, свободных квартир много. Завтра же перебирайся. А я никуда не уйду. Это почему это? Ну, пропадешь ты без меня? До этого не пропала и сейчас не пропаду. Скажи тьфу-тьфу-тьфу. Не скажу тьфу-тьфу-тьфу. Я удачлива. А тебя что спасало? Мамины посылочки. Я не на карточка, запомни, больше этого не будет. Разве что я где-нибудь прогорю, и ты на мою карточку что-нибудь выгонишь. Ну, ты знаешь, на это особо тоже не рассчитывай. Я, между прочим, тоже по удаче. И вообще, если хочешь знать, ты все это время жила неверно. Отгородилась ото всех. Устроила здесь, понимаешь, локово. И вообще, разве это достойно советского ребенка? За мостом. Слушай, ты чего ревешь? Дурак ты! Какой же я тебе ребенок!
веселиться. Подумаешь, разница. И все равно ты живешь неверно. Отградился от всеобщей борьбы народа. Кстати, вот именно твое это одиночество приводит к дистрофии. Ты это умница сам придумал. Да. Если хочешь знать, я питался вдвое меньше, чем ты. А чувствую себя намного лучше. И это может быть все потому, что я делаю все, что положено рядовому ленинградцу. Ну, может, даже чуть больше. Ты просто хвостун. Нет, я не хвостун. Значит, врун. Это другой. Кстати, 5 дней ты мне врал неоднократно. Скажешь нет? Конечно, не скажу. А почему ты вру? Так жить веселей. И все равно, ты живешь неправильно. Сидишь, что ты ничего не делаешь. Смотри, какая здоровая. А нужно работать, нужно приносить пользу людям. Без устали. Поняла? Мы сегодня же пойдем, и я запишу тебе бытовой ответ. И ты начнешь приносить пользу людям. А ты сидишь своего этого Тургенева читай. Это всю библиотеку она сожгла, а Тургенева она оставила. Может, он мне нравится. Да ну, я разве он мобилизует? Меня мобилизует. Замечательно. Значит, мы сегодня же идем в ответ. Буфет беречь нужно. Его еще много осталось. Давай затопим. Скоро весна. Мы еще дров найдем. А может быть, от соседей достанется. И тебе не стыдно? Ты ждешь смерти людей, чтобы завладеть их мебель. Это ужасно, ужасно. Слушай, ты слишком много плачешь, так нельзя. Одна я не плакала. Ты просто глупенькая. Просто глупенькая. Марик. Чего это делаешь? Я тебя так успокаиваю. А? Нельзя? Можно. Ты только не плачь. И соседи живы останутся. И дров еще найдем. Может, тогда затопим печурку, а? Марик, ты меня больше не успокаиваешь. За мостом. Марик, ты чего так смотришь?
Где ты ее достал? Да так выменил у одного типа. И вот еще. Кусочек сахара. Спасибо. А теперь закрой глаза. Тебя нашел. Оказался хитрецом-мудрецом. Ты только посмотри. Печенье, сгущенка и тушенка. И письмо. Мама живая. Медаль получила. Ты. И у тебя будет так же, вот увидишь. Я своего добилась. Мне 16. Давай устроим немедленный пир. Это на тебе пришло. Ты негодяй. Ладно, давай устроим пир. В некотором царстве, в некотором государстве жил старик со своей старухой. Ты это чего? Тебе не понять. Что я, дура что ли? Нет. Ты не дура. Артиллерийский салют в твою честь! Это шутка глупая, Марик. А я вот сегодня дурак. Бедный дурак. Тебе, может быть, и сказать чего. Но не скажу. Ты откроешь? Почти. Обследовали дом 17. Все квартиры обошли. Знаешь, Марик, я уже не боюсь на это. Ну а ты что делал, самый умный?
Я работал на водопроводе. Нет свидать. Воду городу. Жить станет легче. Потому что скоро весна. 1 мая. Ты помнишь? 1 мая. Еще. Мы с мамой на трибуне. И так будет снова. Будет. Нет. Так уже не будет. Идем ее скорее. Доставай посуду. Вот человек не людей. А теперь сгущенное молоко. Так, по одной ложке. Ну, сегодня по две. Ладно, покупай. И печенье. По две штуки. Ну, сегодня по три. Только птинормус. Тебе исполнилось 16.
Ну, то есть я имею в этом представление. Будь счастлива, Лика. Лика. Что значит Лика? Я бы, может быть, тебе сказал, но не скажу. Браво! Какой оратор! Пусть сдохнет Гитлер, но пасаран. Да здравствует Лика. Теперь я должен поцеловать тебе руку. Тебе исполнилось 16, так полагается. Ты удовлетворена? Сам Марат Евстигнеев поцеловал мне руку. Сейчас отчеваю. Слушай, а ты когда-нибудь целовалась? Я люблю свою маму. Никогда бы не хотела ее огорчить. Мама пишет, что мне нужно срочно эвакуироваться в Москву. А теперь, когда она узнает, что наш дом разрушен и няни нет, она уж точно что-нибудь придумает. Поезжай. А ты бы хотел, чтобы я уехала? О, Лидия Васильевна! Не оставляй меня одного! Пожалей наших детей! Ты дурак, мама! Марик.
Как люди умирают. А это ничего. Симпатичный. Только интересно. Почему его так смешно зовут? Леонидик. Он и сам иногда думает. Почему? Ты не спал? Действительно забавно. Мамы способны на все. Твоя мать жива, Мара? Да я ее и не видел даже. Просто ужасно, как ты говоришь. Почему? Мара мужчина. И он любит отца. Вы сумасшедшие оба. Мы не сумасшедшие. Мы просто...
просто всего нагляделись. Всего. Ты... Нет, ты перестань. Рано тебе еще отчаиваться. Реально. Действительно смешно. К тому же он съел всю вашу посылку. Как сказал опечаленный Марат. Я очень любил свою мать. Отец был занятой человек, вечно пропадал на работе. Все его постоянно хвалили. Кажется, будто один я не знал, чем же он все-таки хорош. Он умер 5 лет назад, в день моего рождения, когда мне было 12. На кладбище собралось много людей. Все говорили, каким он был замечательным человеком. Может быть. Не спорь. Но он умер, а в моей жизни ничего не изменилось. А мама? Мама была для меня всем. Такая хорошая, милая, добрая. Мы с ней вместе ходили, как обезьянки неразлучки. Не появился человек. Один человек. И она просто забыла обо мне, понимаете? Но зачем? Не такой уж он был молодой и совсем некрасивый. Вечером тихонько пел ей песенки на ушко. Я слышал, как они танцевали в соседней комнате. Вдвоем. Когда началась война, его в армию не взяли. Куда уж там. Он был настолько близорук, что не мог отличить кота от собаки. Начался голод. Я видел, как они становились все слабее и слабее. Когда стало совсем плохо, я заметил, как мама подсунула ему кусок своего хлеба. Он ничего не заметил и съел его. Конечно, он был близорук и не замечал разницы в порциях. Но я-то видел! И даже когда она умирала, она смотрела в его сторону. Хотя последние слова сказала все-таки мне. Ты следи за ним, Леонидик. Раньше он не очень-то обращал на меня внимание. А сейчас стал рассказывать свои истории жизни. О том, как ему плохо жилось, пока он не встретил маму. А иногда, по вечерам, даже пел мне те самые песенки, которые пел ей. Однажды он посмотрел на меня и сказал: «Так похож на нее, Леонидик». С того дня он начал подсовывать мне свой хлеб. Я, конечно, не брал, но он все никак не мог угомониться. И очень радовался, когда ему удавалось меня провести. Я понимаю. Я должен был простить им все. Должен был полюбить этого чужого человека. Но я не мог. И вот...
когда он умирал, он вдруг все понял и попросил прощения. Когда он умер, я заплакал, но все так и не мог забыть его. Не мог. Не могу. Иногда ему бывает страшно. А теперь эту историю знаете. Может быть, ему легче будет. Человек всегда должен жертвовать всем для другого. Ну, это не факт. Кем бы ты хотел стать, Леонидик? Сочинителем стихов. Поэтом? Ну, это слишком шикарно звучит. А ты, Мурат? Укротителем его. Ты шутишь. Ну, вообще... Соединяется правый берег, левый берег. Разве это не интересно, Ник? Может быть. А я вот, когда была маленькая, моя мама хотела, чтобы я стала врачом. Я с детства решила буду, но не тем, что приходит в белом халате, в черных галошах, ставит всем градусом. Врачом исследовать. Открыватель. Понимаешь? Понимаю. Маму надо слушаться. И только плохие девочки этого не делают. Вот что, помолчи, Марат. Где Марат? Не знаю. Вечером центр обстрелил. Мог заночевать у кого-нибудь. У кого? Он же не один там водопровод ремонтирует. Помнишь, он говорил? Легендарный Юра Шейкин и совершенно необыкновенная и незабываемая Света Карцева. Свет. Светла. Назвать девушку как салон! Ты чего шумишь? Остался ночевать! Попрошай! Ты что, не знаешь этого Евстигнеева? Он врет!
дурацкую шапку, и ты еще ужаснешься, Леонид. Ужаснусь. Но не сейчас. Чуть-чуть попозже, ладно? Тебе что, про Марата неинтересно? Интересно. Но не всегда. Делаю попытки. Прочти что-нибудь. Да нет, они все плохие, ни к черту не годятся. Ты смешной. Умереть со смеху. А что это у тебя на щеке? Я говорю, знаешь, как детям делать. Я же говорил, вернется. Ты что, ранен? Было дело. Знаешь, мог бы и повежливее. Лика о тебе весь день беспокоилась. Делай честь. Отзывчивая девушка. Салям алейкум. Я-то несу. Между прочим, я немецкого парашютиста в плен взял. Ух ты! Завидую и в стегнейке. Мне кажется, что ты все время куда-то уходишь. Не уходи, Марат, вспомни, как хорошо нам было. Я это все время помню. Только это мне кажется, что ты все время куда-то уходишь. Нет, ты что, Марат, я здесь. С отрядом надо распрощаться. Я поговорил, и ты поработаешь в госпитале. Тебя когда перевязку делали? На рассвете. Слушай, поработаешь сиделкой пару месяцев, потом сдашь на медсестру. Рану надо перевязать. Ни к чему, слушай. И тебе польза, да, и людям польза. Согласна? Да. Я тебе просто все красиво сделаю. Там работа такая же. Там работа такая, что напляшешься. Но надо, надо, поняла? Да, да, хорошо. Погоди.
ничего. Пройдем. На меня. Зачем? Может, ты вытащил еще одну девочку из проруби? Или поймал в плен немецкого парашютиста? В городе еще
2 трамвайных маршрута пустили. Не имеет места. В соседнем доме вот тогда вот заработал. Твоих рук дело? Может быть. Стенька на солнышко. Полюбуюсь я на тебя. Синий глазик Леонидик. Синий-синий. Зеленый сад США. Тут передашь. Куда ты? В баню! Лика. Слушай, Леонидик, я его, может быть, люблю. Вот тут. Просил передать. Что еще сочинил этот несчастный брат? Тебе и Леонидю? Это нам. Читаю. Ну что, это верно. Не поймал я парашютистки. Но зато познакомился с майором Артемьевым. Стоящий человек. И мы с ним хорошо поговорили в ту ночь. Очень не надо дожидаться осени призыва. Все уже сговорено. И я прощаюсь с вами. Буду мстить и мстить. Даю слово. Вы услышите обо мне. Будь здорова, Лика. И ты не унывай, Леонидик. Завтра же в госпиталь, Лика. Завтра же. Все. Это же далеко. Теперь каждый мыслит. Мы правда в него. Thank you.
армии и военно-морскому флоту. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно быть счастливым, мой мил, бедный Марат.